У ефірі програма «Навін регіону» у студії Аліна Мілюшенко. Вітаю вас сьогодні у випуску. Енергетика без межу. Агульносетковая тренировка специалистов Беларуси и России проходит в Мстиславле. Звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено артисту Могилевского областного театра «Лялик» Миколаю Стешицу. Щирые учинки и оживление мары. Свято для невылечно хворых деток и их семей прошло у Могилевском центре паллиативной допомоги. Энергетика без межу. Это доказывают удельники агульносетковой тренировки с уделом белорусских и российских энергетиков. Их совместное учение прямая Мстислав. Ситуации аварийных отключений электроэнергии смоделировали и напередодні досконало разобрали все удельники тренировки. Это позволит у выпадку соправдной аварийной ситуации своечасово принять правильное решение. Третий год совместных учений подтверждает, что коллегам есть чему научиться один у одного. До прикладу, белорусов затекавил опыт працы российских мобильных аварийных бригад. Их начали створать после первого жудасного ледяного дождя у Московской области у 2010 году. Оперативность ликвидации наступства стихии и бадай головный показчик эффективности працы энергетиков. От этого залежит, насколько долго после аварии без света и тепла будут заставаться домы, больницы, садки и школы. Особливо актуально это напередодні осенне-зимового периода. Устранение повреждений на линии электропередачи, технику, которую вот они мы применяем. Мы же подсматриваем друг у друга. Вот, а это, безусловно, сказывается и на нашей дальнейшей работе. Свято працовников сельской господарки «Дожинки 2017» Клішев примає у год своего юбилея. Сёлета районному центру исполняется 425 годов, и у гэты юбилейный год Клішев меняет свое обличие на новое и сучасное, але при этом не забывается на свою историю и корани. Упершиню Клішев узгадывается у документах на приканце 16-го стагодия, як село. Теперь это город, райцентр, який рыхтуется до великой подеи. Чего только не было в истории нашего города. Партизанские отряды крестьянина Тараса еще в 1812 году угромили здесь французов. А чего стоит история Кличевской партизанской зоны, которая противостояла превосходящим во много раз силам противника, но выстояла и победила. Партизанская сторонка у истории Кличевщины бадай что самое вядомое. Однако, зусім не одиная со значных. Сярод інших магнатские и шляхетские роды Потоцких и Незабытовских умацовывали экономику гэтых мястинов. И пристань раки Вольса калісьці обслуговывали 300 человек. Працы увозили усю, чем знакомитая Кличевская земля. От стародавних часов и до сюль. Мед, збожжа, лен и лес. Теперь у 21-м стагодзе надышоў час для нового Кличева. Райцентр будуется и прихожей, как принять гостей дожинок и заробиться больше комфортным для его жихаров. Мы, как историки, имеем возможность уникальную проследить, как он развивается, ну, наверное, лет за, скажем, 100 условно, по фотографиям, по воспоминаниям, по литературе. Это, конечно, удивительно, что сейчас происходит. Мы очень все радуемся этому. Кличевцы імкнуцца працаваць на карысць родных мясцінаў. Кожная арганізацыя рыхтуецца да дажынак, і краязнаўчы музей таксама рэалізуе свой праект пры падтрымцы праграмы ААН. Тут адкрыюць сацыяльную выставачную залу, дзе можна будзе паглядзець і набыць творы мясцовых умельцаў. Прычым сацыяльны – ключавое слова. Зала найперш для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, пенсіянераў і іншых. Ініцыятыва наша называецца творчество без границ. И это именно то, что необходимо талантливым людям нашего региона. У вересні будут первые выники работы. Илона Иванова, Александр Тарасов, новини региона. У Могилеве 31 жнюня мост по проспекте Мира будет часово перекрытый. Как поведомляют у Могилевским горвыканкаме, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 и до 17:00 будет спынены рух усих видов транспорта на участку от улицы Космонавтов до улицы Тимирязевской. У этой период, туда докладывают специалисты, рух транспорту будет организован у объезд этого участка. Автобусы, маршрутные такси пойдут у объезд по улице Лазаренки, а троллейбусный рух будет организован только до так званого кольца космонавтов.
Артисту Могилевского областного театра «Лялек» Миколаю Стешицу присвоено звание «Заслуженный артист Республики Беларусь». Ответный указ напередодні подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Миколай Стешец скончил театральное училище Днепропетровска. После у его жизни были набережные Чалны, Ташкент, Слоним и Брест. У одном из интервью актер признался, что задумывался про то, как покинуть театр. Менавіта тады его зауважил могилевский режиссер Олег Жужда. У нашем театре Миколай Стешец уже больше за 15 годов и за этот час стал одним из любимых актеров публики. У минулом годе он стал лауреатом национальной театральной премии за роль у спектакля «На дне». А сёлета Миколай Стешец представил премьеру моноспектакля «Синя-синя». Постановка отримала высокую оценку шматликих международных фестивалей. С выдатным настроем, подарунками и ожиданием допомогчи. Инклюзивное свято «Мелодия Добрыни» для невылечно хворых деток и их семьи узладили у Могилеве на базе регионального центра паллиативной допомоги. И он находится у специализованном доме дитяти. Сярод организаторов – Белорусский дитячий фонд, немецкая доброчинная организация и необыяковые могилевчане. Про щирые учинки и ожитявление мары. Кристина Кранкевич. Поветренные шары от веселых клоунов на вваходе кожному малому одразу надают настрою. Маленькие могилевчане разом с батьками, братами и сестрами – головные герои подеи. Для их выступления артистов – разные интерактивные пляцовки, ласунки и музыка. Это не по долгу службы, это по велению сердца однозначно. Среди них много талантов, среди них ребята, которые пишут стихи, которые сочиняют музыку, понимаете, которые танцуют, которые поют. Поэтому для них это большой. Большой хороший праздник, и мы рады, что мы создали этот праздник. Это просто не безразличные люди. Это те люди, которые сочувствуют этим детям, хотят им оказать поддержку. Кто-то привез, подарил игрушки. Приехала группа клоунов, группа мыльных пузырей. Это все бесплатно, все на благотворительной основе. Привлечены очень многие могилевчане. Кто-то из них говорил свою фамилию, кто-то даже и не хотел ее говорить. У проекте паллиативной допомоги Могилев удельничает 2 года. Это допомога по европейских стандартах для невылечно-хворых деток. У городском кабинете паллиативной допомоги працуют с 92 детьми. 16 из них поступили сёлета. Забеспечить годную якость життя для хворых детей и моральную поддержку для их батьков – главная идея паллиативу. Я считаю, что это в первую очередь необходимо разрядка родителям, снять даже стресс и показать детям другой мир. Они увидят, что есть другие детки, и жизнь им будет в радость. В общество все равно надо выходить, надо говорить о своих проблемах, и тогда, конечно, тебе помогут. Объединять детей особливых, их семьи и тех, кто ждает допомогчи. Для этого ладили свято. В часе мероприемства будущим першоклассникам уручили подарунки и повиншевали переможцев фотоконкурсу. Кристина Кранкевич, Миколай Соболев, новини региона. До нового научального года рыхтуются и установы додатковой адукации в области. Тут нават летом працуют гуртки, а с вересня тут начинают складывать новые адукационные программы и набирают группы выхованцев. Каб привабить школьников в установах додатковой адукации, шукают новые накерунки деятельности и обовязково обновляют материальную базу. Нават у апошнія дні канікулаў, калі трэба рыхтавацца да школы, яны не прапускаюць заняткі. Яны вучацца танцаваць хіп-хоп, каб пазайдросцілі аднакласнікі, і вучоба даецца лягчэй, калі і педагог энергічны, і танцавальны клас сучасны. Затрацілі порядка 680 рублей, заменілі оборудование, шкафы, пол паменялі новы, стены, потолок, все обновілі, все привілі в соответствие порядок. Хожу сюда к Ваверес на гитару в студию «Ренессанс» и решил походить на танцы хип-хоп. Пока остаются английские здесь именно. Вот, ну, будем что-то еще присматривать, что вот дети захотят, чем заинтересуются. Вот, ну и карате. Основную частку позабюджетных сродков, которые установы адукации зарабатывают на платных послугах, накировывают именно на переобсталявание и обновление материальной базы. До того же, сёлета в Могилевском центре творчества «Эверест» до нового научального года еще обновили и гардероб, и раздевальню. По предписаниям санстанции она должна была быть у нас. Была у нас, но она была такой не очень, скажем так,
презентабельной. И в этом году мы сделали для каждого ребенка есть отдельный шкафчик, куда он может положить свои вещи, для педагогов, куда они могут положить свои костюмы, и место, где дети могут присесть. В области больше за 40 установок додатковой эдукации отповедна, разностайность объеднанию по интересах и гурткоу великая. У школьников еще есть час вызначиться с хобби. По традиции, во установах додатковой эдукации вересень – месяц отчиненных дверей. Павел Савицкий, Катерина Гродницкая, Виталь Вопсио, новини региона. Усі новини про життя нашої області на сайті tvrmogilyo.by. А я з вами розвітуюся. До зустрічі в ефірі.